Я безгранично благодарна Богу, что Он меня свел с вами, что я знаю вас. И я безгранично благодарна Богу, что вы являете пример, как нам уже сказал, крепкой, дружной семьи, которая хранит любовь, и не только хранит, но ваша любовь возрастает от года в год. Знаете, как это, из веры в веру, слава Богу, у вас из года в год любовь все больше и крепче. И я так благодарна, что у нас есть с кого брать пример, что мы в правильном месте, в правильное время, с правильными людьми. И я верю, что Бог вас насадил в этой церкви для того, чтобы вы являли Его свет, в первую очередь для нас, для ваших последователей. Аминь. И я хочу вас поздравить песней, и поздравить вас с замечательной датой, и пожелать вам еще больше и крепче любви. Аллилуйя. И не судите строго, я сделала небольшой клип, и это как бы тест у меня такой первый, поэтому это мой первый экспириенс, так что не судите строго. Вы хотели жить, любить и быть одной судьбой. Ваше счастье не делить ни с кем другим, ни с той другой. Сочетались вы и стали мужем и женой. Не разлучит уже ничто, ведь стали плотью вы одной.
Я вас дуже люблю, поздравляю вас з цим замечательним даром. І на цьому наше поздравлення не закінчується. Ми хочемо показати міні-сценку, як це все починалось, продовжилось і чим це закінчилось.